под снегом не видно крыш. Она говорит, ты помнишь, ты думал, что снег состоит из молекул. Дракон приземлился на поле, поздно считать, что ты спишь. Хотя сон был свойственным этому веку. Но время сомнений пришло, уже прости, открываешь. Естественно, я понимаю ваше замешательство после таких
пяти высокодуховных произведений, возникает естественный вопрос. Не слишком ли мы хороши для этого мира? Отвечаю вам, нет. Сейчас будет доказательство.